Организаторами сбора вещей выступили Щелковское отделение организации «Красный крест» и Общественная палата муниципалитета. Волонтеры принимают одежду, но только новую, с бирками, посуду, постельное белье, подгузники и канцелярские принадлежности. Все это будет записано в журнал учета гуманитарной помощи и передано в ближайшее время самолетами МЧС в Иркутск. Пункт будет работать до 8 июля с 14 часов. Люди остались без крова, и средства массовой информации показывают, что люди потеряли все. Вот. И хотя бы на первое время людям, пока они не получили от государства денежную материальную помощь, нам надо помочь хотя бы вот какую-то посильную лепту внести. Мы понимаем всю социальную ответственность этого мероприятия и призываем людей поддержать наших соотечественников.